jump on a wave. When you hit a piece of it, you wanna jump on this. Can't take that, no, but you're safe. I'm pumping face. Всем привет, друзья, с вами Карабаш74, и сегодня мы с вами посмотрим на GTA 5 ролеплей, мать его. Вы вошли на сервер как Карабаш74, для новичков рекомендуем меню помощи, нажми М, помощь. Нажимаем цифру М, жалоба, GPS, лицензии персонажа. Тихо, тихо, тряпка, ты чё? Ладно, пошли. Я играю, мне дали какого-то с огромной, так сказать, мочалкой на голове, но это все равно. Но он еще и пьяный, походу. И я пока не представляю, что нужно делать. У вас нет лицензии. Это хорошо. Статистика персонажа. Меню. Время. Замечательно. Статистика персонажа. Деньги 100 баксов. Уровень. Короче, ребят, все просто. Объясню проще, гораздо проще. Я на вокзале, походу, или в аэропорту. В аэропорту, да. И мы, собственно, в самп только GTA 5 уже зашли. Вот. И мобилки нету. Замечательно. Велик и есть. Велик — это замечательно. Забираем велик. Пока я не знаю, чем здесь заниматься. Но если есть велик, это уже хорошо. Поехали. Лампочка горит спереди. Да, основное — это работает. Так, надо куда-то, короче. Я так понимаю, нужно на работу. Нужно на работу, либо какой-то вид на жительство, получить паспорт, ну или что-то там еще. Что-то еще нужно получить. Вот. Короче, устанавливается он что на Steam-версию игры, этот ролеплей. Но я не знаю, для кого его сделали. Там вроде написано, что что-то около года они его разрабатывают. Но я думаю, что это печально, фатально. А сколько человек на сервере? А, человек-то, смотри, много. Игроки. Во. Угу. Карабаш74. У меня самый... Нет, не самый маленький пинг. Всего игроков 44 человека. Я не знаю, кто где. И куда мне ехать, я тоже не знаю, к сожалению. Так, подожди. Тихо. Главное, чтобы не сбили. Это что такое? Что это такое? Это здорово. Что это за деньги нарисованы какие-то? Скорая помощь. Я так понимаю, это хата, а это какой-то флаг. Это посольство, что ли? Что это за говно? Как в это играть? Я вообще не представляю. Полицейский. Я за полицию на работу могу. Заправки. Значит, здесь нужно будет заправляться. Хорошо. Машину. Но я сомневаюсь, что мы на $100 что-то сможем приобрести. Что-то обозначают вот эти грузовики, наверное. А так как мы где-то близко... О, нихера себе близко. Нет, мы ни хера не близко. Так, подожди. Тогда мы поедем. Ну, нам в любом случае тогда придется ехать. О, ящик нарисован какой-то. Мне срочно нужна работа. Тебе нужна работа? Мне тоже. Давай вот сюда поставим. Маршрут почему-то не прокладывается. А, не проложился. Отлично. Все, поперли. Жилье, наверное, стоит вагон. Ну, давай подъедем, посмотрим, сколько жилье стоит. То есть, это, понимаете, это надо компашкой заходить и в это вот все играть. Какой-то музон нарезает. Слышь, ну давай побыстрее чуть-чуть. Меню, войти, комната. 25 тысяч стоимость. Ха-ха. Спасибо, не надо мне комнату. Я на улице буду жить. Вон там, возле мусорки.
Вінь-вінь, поехали. Стоят и тачка, но она не наша, а здесь стоят грузовики, а грузовики наши. Это досадное недоразумение, нужно проверить. Тут, по-моему, в порту работает. Да ладно, выгнали меня, выгнали из машины. Почти сел. Почти сел, но не совсем. Ух, как его елозит. Запаркуйте велик. Так. Устроиться на работу. Устроиться. Вам необходима прописка для устройства в мэрию вашего города. Ебать! В мэрию, говорит. Вазоктомия какая-то. Говорит, как хотите, док. Че? Какой док? Кого как хочу? Как хочу, никому ничего не скажу. Едем. Денег на ваш счет поступил $200. Давайте я вам попибикаю. Мотоциклы уже есть. Просто огонь. Пегасус. Пойдем в Пегасус. Тут есть автобус, прикинь. Есть автобус, грузовики, мотоциклы. Да тут прям вообще вагон всего. Че это за хрень? Опачки. Payday. Пособие по безработице. Но это нам не нужно. Есть какой-то рассинхрон небольшой. Ты чё, дружище, держись, ёпта. Бомжарик. Отойди, блядь. Видишь, люди идут. Вы не работник ДМВ. Ебать. Чем-нибудь помочь? Нам ничем не надо помочь. Мы без вас справимся. Ебать, чё я так на бок-то склонил уже? Так. Я так понял, это еще одна работа. Здорово. Это еще одна работа, но... Куда тут, блядь, ехать дальше, я не представляю. Какой жилищный, какой...
Какая хрень, я не понял вообще. Слышь, да иди ж ты нахуй. Отстань, противный. Мэрия, блядь. Во! Ёптать! Да тут мэрии-то разные. Целая куча. Госфракции, мэрия ПБ, мэрия СШ, мэрия ЛС. А я где? Активировать GPS, мэрия ЛС. ЛС, блядь. Ебать. Да идёшь ты нахуй. Сесть можно на верёвку? Серьезно? Вообще зачет. Заглушил двигатель, завел двигатель. Замечательно, тут есть мопед, блядь. Надо было тачку угнать или автобус. Я приехал. Самое главное, чтобы самокат не угнали. Мэнни, разблокирован актер. Здорово. Просто огонь. Оп. Здравствуйте. Прописаться в город. Тысяча, блядь, стоит. Да вы охуели. Вы что, с дуба, что ли, блядь, рухнули? Какая тысяча, блядь, если я работать не могу? Оу, короче. Это, ребят, говно. Это говно непонятное вообще мне. Чтобы прописаться, нужно 1000. А чтобы, блядь, пойти работать, нужна прописка. Где, блядь, замкнутый круг получается? Как можно пойти работать, если ты, блядь, без прописки? Мне же сами эти, блядь, мне же они сказали, что нужна прописка. Нахуй мне проституционная организация. Мэрия. ПБ. ПБ это вот это, нет? Нет. Поехали в ту мэрию. Палета Бэй. Ебать, так это, по-моему, далеко. Это же далеко, правильно? Ну-ка, покажи мне. Хуй знает, не понимаю. Но это, походу, сюда, в мэрию, вот сюда ехать, в эти края. Да? Да, вот, метка стоит. Точно, блядь, вот она метка. Не-не-не, мы правильно все приехали, но нам где-то нужно штуку заработать. Но это же безумие, блядь. Это же просто безумие. Как можно заработать, если, блядь, тебе не дают прописку? Поехали, там какой-то пакет валяется, может, подберем, да, отвезем. Как-то я говорю, как будто, знаете, бег по кругу какой-то. Чтобы заработать денег, надо прописку, а чтобы прописаться, нужны деньги. Вам не кажется это странным? Это, мне кажется, это просто пиздец, как странно. Интересно, уедет? Да, наверное, блядь, должен заехать. А так-так, блядь. А так-так, это замечательно. Можно на работу устроиться? Устроиться на работу. Вам необходима прописка для устройства. Обратитесь в мэрию вашего города. В мэрии говорят, 1000 нужна. А где 1000 взять, блядь, если ее нету?
Бред, просто бред. Вот я тебе говорю, вот только что я тебе сказал, что это замкнутый круг, блядь. Устроиться не могу, потому что нет прописки. А без прописки не устроишься на работу, блядь. Я в шоке. Если честно, то я в шоке. Все, поехали дальше. На другую метку сейчас ездим, если что, закончим. Я приехал. Что это? Работа? Какие-то бабки? Это банк? Здравствуйте. Счет 200. Снять деньги. Пополнить счет. Домашний счет. Какой домашний счет? Погасить штрафы. Счет бизнеса. Введите сумму. Домашний счет. Введите сумму. Пополнить счет. Снять деньги. Так у меня на счету 200 баксов. Счет бизнеса. Какого бизнеса? 1000 нахуй. Обратитесь в мэрию вашего города, у вас нет бизнеса. Это просто супер. Короче, да, это банкомат. Это, ребят, банкомат, снять деньги можно, пополнить счет. Бабки получил, приехал, пополнил счет. И нет денег, сиди, короче. Здесь знаете, как надо делать? Здесь нужно делать просто. Включаешь игру, и ты стоишь на одном месте, ничего не делаешь. Просто стоишь на одном месте, и бабки тебе тикают. Но 200 же долларов почему-то упало. То есть, наверное, каждые минут 10-15, я думаю, падают бабки по 200 долларов. Пособие по безработице. То есть, это, грубо говоря, надо 2 часа просидеть, и все будет замечательно. Кстати, давайте я остатки денег положу. Сяду вот здесь вот на мопед. Пускай все идет. А я буду просто тупо сидеть. Пополнить счет. Пополнить счет. Видите сумму? $100. Я пополнил счет, у меня уже 300. Это просто огонь. Здорово. В триггер, когда заходишь, игра лагать начинает, кстати. Если кому-то это интересно. Поступление денег. 100. Замечательно. Короче, пошел и вот здесь сейчас сяду. И буду сидеть напротив банка. В луже, короче, вот в этой, да. Вот сюда чуть-чуть спрячусь и все. Буду вот здесь сидеть, короче, ребят. Пока бабки не накопится штука. Но потом, естественно, продолжим. Ставьте лайки, комментируйте.